Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy A05s. И сейчас я вам покажу, как добавить фотографию к контакту на этом телефоне. Итак, открываем приложение «Телефон», переходим в «Контакты» и выбираем контакт, к которому хотим добавить фотографию. Дальше нажимаем на «Информацию», «Изменить», на «Фотоаппарат». И здесь мы можем добавить стикеры, селф-имиджи, можем сфотографировать, либо добавить фотографию из галереи. Выбираем фотографию. И нажимаем «Готово». Сохранить. Таким образом мы добавили фотографию к контакту. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!